всем привет! Мы снова находимся на аэродроме Агагун, Анапа. Сегодня отличная погода. Утро. Проснулись люди, собаки, кошки, самолеты, планера. Кто-то умывается, кто-то чистит зубы. Умываются и планера. Наступает обычный полетный день. А я решил взять интервью у будущего юного пилота, который через несколько минут с инструктором взмоет под облака. Друзья, всем привет! Давайте познакомимся. Это у нас Александр с Краснодара. Сегодня у нас он будет летать на планере. Саша, сколько ты уже летал раз? Примерно около 18 раз. Отлично. Прекрасно. Какие ощущения вообще от полета и так далее? Первый полет вообще. Я думал, то, что там будут перегрузки, то, что у меня в первую же минуту будет укачивать, но нет. Нормально все, да? То есть, ну и вид сверху, и вообще классно, да, все? Да. Тебе нравится, да? Да. Так, понял, а ты в каком классе? Сейчас в 6-м. Обалдеть. А, в общем, ты учишься хорошо? Пятерки, четверки, правильно. Надо знать математику, физику. Чтоб потом изучать аэродинамику и так далее. Я Сашу же зову. Да. Сам застегнешь? Думаю, да. Давай. Саша, это были одни Андрей. Ну, по телефону. Ну вот, друзья, Александр отлетал несколько кругов, и он вам сейчас расскажет коротко ощущения от полета. Ну, Саша, скажи, как ты сегодня слетал? Хорошо слетал, понравилось очень сильно. Понятно. Как там в небе? Наша саванна красива с высоты птичьего полета. Красиво, да. А мы люди какие, маленькие там, кажется? Здорово. Так, ты сам вообще управлял? Ну да. На посадке и на поворотах. На разворотах, да? Там первый разворот, второй, третий, четвертый. Понял. Когда затягивали тебя? Нет, да? Подрабатывали. Понял. Слышимость, когда вы с инструктором переговариваетесь, хорошая? Когда на буксировке, не очень. Не очень, да? Ну, а потом... вот когда уже летим, то да. Да, потому что шум мотора там и так далее, да. А так вообще нормально, да? Да. Ну, ты рад, ты доволен? Да. Ну и что ты можешь сказать в конце моим подписчикам? Приходите сюда, здесь будут рады вам. Так что, ребята, аэродром Адагум, приезжайте к нам, мы вас покатаем, и вы посмотрите, как все это вот здорово и красиво. После такого интервью, друзья, так и хочется сесть в кабину планера и ощутить всю прелесть полета. Что, впрочем, я и сделал.